Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как получить в сетевом режиме 250 тысяч долларов в GTA Online, примерно минут за 10-15. Те, кто искал новый глич или прочую шнягу, можете сразу закрывать это видео, так как оно для честных игроков, которые не приемлют накрутку, читы и так далее. Кстати, это разовый заработок, то есть вы сможете получить 250 тысяч только один раз и не более. Причем это абсолютно легальный способ. Не будем тянуть, перейдем к видео. Итак, суть данной разовой выплаты состоит в прохождении мини-задания внутри сессии, именуемого «Охота за сокровищами». Событие связано с выходом Red Dead Redemption 2. Является своеобразной отсылкой или же пасхалкой, называйте как хотите. Перейдем к самому заданию. При нахождении в сессии вам на электронную почту приходит письмо с инфой о кладе. Открываете письмо, и на вашей карте появляется область поиска, причем достаточно большая. Кому оно не пришло, убедитесь, что вы находитесь на улице, то есть вне интерьера. Так вот, на этой самой области вы должны найти записку, а сделать это вам поможет звук, который будет нарастать, то есть становиться все громче при приближении заветной бумажки. Если говорить кратко, то в записке сказано, что клада здесь нет. И далее мы смотрим на карту и видим, что там появились три точки. Очень маленькие точки, там не надо ничего искать особо, там все на поверхности. Объезжаем их и находим подсказки. Кейс под сокровища достаточно небольших размеров с сиреневой обивкой, и его легко заметить. Окровавленная лопата и труп в нижнем белье. Все. После того, как вы проделаете все вышеописанные действия, у вас на карте появится точное местоположение клада. Не область, а именно иконка. Добираемся до туда и открываем коробочку, никакого сопротивления там нет, не бойтесь, никакой засады там вас ждать не будет. Там находится золотой револьвер, который является абсолютным эксклюзивом, так как получить его можно только по прохождению данного задания, по-другому никак. Итак, у нас есть золотой револьвер. Где же моя кровная четверть миллиона, спросите вы? Себе. О, такой! Ха, шутка. Наши дальнейшие действия заключаются в следующем. Мы должны бить 50 ботов или игроков выстрелом в голову и столько что полученного золотого револьвера. Как только вы это сделаете, на вашем счету появится 250 тысяч долларов GTA. А на этом все. Надеюсь, что я помог вам, и вы оцените видео лайком и подпиской на канал. Желаю удачи и до скорых встреч.